Друзья, всем привет! Я нахожусь у нового анталийского колеса обозрения. Вот оно прямо за моей спиной. Это самое большое колесо в Европе. Если правильно сказать, то оно на втором месте по высоте, по объему. На первом месте колесо в Англии, в Великобритании. И на втором месте идет вот это вот анталийское колесо обозрения. Сейчас я переключу камеру и покажу вам все подробно. Итак, вот он, Анталия, Heart of Antalya. Heart of Antalya. Вот оно, это гигантское колесо. Вечерами и ночью на нем очень классное, красивое цветовое оформление, различные узоры. Это колесо находится рядом с парком. Но этот парк уже давно всем известен, уже много лет существует. Так, вот это вот кассы, покупать билет, вот это все запрещено, проносить стоимость, ну и заходим внутрь. Сегодня у нас 1 января 2020 года, такие вот фламинго тут стоят. Скамейки. Уже закат, солнце садится за горы. Вот он какой песик тут. Песка. Малышка хорошая такая, да. Хорошая, хорошая такая. Хорошая. Нету еды, малыш. Хорошая. Не трогай. Не подходи. Ой, да. Хорошая какая собачка. Да. Ну все, пойдем. Вот она, пальмочка растет. Все, вот купили билеты. И заходим. Ребенок бесплатно проходит. Ну а мы за деньги. Так же, как в принципе на метро, трамвай. Так, в автобус. Не работа. Красивое оформление. Поднимаемся. Здесь, видимо, какое-то служебное помещение. И вот сами непосредственно кабины. Да-да, стоим. Сейчас нас посадят. Красные кабины. Это, видимо, VIP кабины. Вот я вам покажу, как они выглядят. А мы садимся в белую кабину. Вот она к нам приближается. И сейчас мы в нее сядем. Нам подготавливают, все, приглашают. Приглашают садиться. Итак, заходит Витя с Кириллом, Аня и я. Все. Спасибо. Ух, поехали. А вот тут можно диктат ФНМЛИ. Важно быть сложно. Ага. Конечно. Не страшно? А что страшно? С папочкой, с братом. Полумягкие сиденья. Кирюша. Кирюша. Оп. Помаши папе. А, Кирюша сидит. И тут уже какие-то нехорошие люди. Абсолютно новое колесо уже внутри кабинки отломили. Хулиганы. Ну я сказал. Отломили, обломили. Итак. Впереди мы видим стадион, анталийский футбольный стадион. Поднимаемся. Ух, как мы поднимаемся, да, Кирюшенька?
Какие горы там великолепные. Мы еще до середины не дошли. По-моему, да, нет, до середины не дошли, поднялись еще на середину. Итак, вот у нас отель Су. Вот это вот. Где вот он? Вот это вот отель Су. Море показалось. Но мы еще не поднялись выше, даже вот этой вот качели. Скоро мы ее существенно обгоним. Существенно выше поднимемся. Посмотрите, какие шикарные горы на закате. Солнце зашло уже за облака. И насколько прекрасны эти горы. Посмотрите, какие сады и вдали возвышения поселения. Итак, мы поднялись уже выше середины кольца. И эта середина кольца у нас соответствует. Вот, это существенно выше этих всех качелей. Да. Не зря это колесо обозрения считается вторым по высоте в Европе. Супер. Вид просто супер. Посмотрите, друзья, как красиво. Просто шикарный вид. Просто шикарный вид. Скоро мы достигнем пиковой точки по высоте. Ох, какое море! Кирюшенька, иди сюда, посмотри. Иди к папе. Ты посмотри, Анталия, ты куда уходишь? Да. А там что? Там пипец. Вот там, это танки, великолепно. Да, вот мы с Ромады Плазы уже видели, одни там горят. Это кипец на возвышении. Ничего себе, как они далеко живут. Да. Вот и кипец, район кипец. Да. А вот коньяки, смотри. Сарысу, Хурма. Друзья, мы поднимаемся на самую пиковую точку нашего колеса обозрения. Сейчас будет самая высота будет. Сейчас я вам это покажу, друзья. Это супер. Это просто супер. Да. Это супер. Итак, друзья, все, мы прошли пиковую точку высоты и потихоньку снижаемся. Начали снижение. Виды шикарные. Всем рекомендую посетить данное колесо обозрения. Но лучше, конечно, это с утра делать, на восходе солнца. Вот, уже над нами возвышаемся. Вечером тоже интересно, но самое главное, это, конечно, чтобы был ясный день. Ясный день и лучше всего с утра, при восходе солнца. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, всем удачи, всем хорошего настроения. Прилетайте в Анталию, тут здорово даже зимой. Посмотрите, какое сите напоследок классное. А не смотри, сите классное такое построили. Папа, супер. Всем пока!
Шикарное море. О, шикардос. Просто шикардос. Посмотрите. Пена. Просто морская пена. Очень шикарно. Пошла волна. Шикарно. Море, кстати, теплое. 20 градусов. Вода 20 градусов. Шикарно. Просто шикарно. О! Вообще кайф! Насладитесь, друзья, морем, волнами. Купаются как приезжие, то есть мы, так и местные. Местные турки также лежат, загорают и купаются. Ну-ка, подожди. Пошли. О! Дурун! Пошли. Пошли, зеленый.